Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про ИС-4. В великолепной игре World of Tanks колыбели баланса адекватности и здравых решений решили апнуть замечательного дедушку ИС-4. Жил он себе, не тужил. Все статисты об него ноги вытирали, голдой всю лейт пробивали. Да, лоб башни — это, наверное, единственное место, чем он танковал, и борт был крепкий. Да такой крепкий, что крепче, чем лоб корпуса. Это единственная фишка этого танка всегда была – танковать бортом. Смотрела на это все картошка, смотрела и решила, что хватит страданий с дедушки ИСа 4, теперь он будет за все те беды, которые он пережил, вытирать об весь рандом свои советские ноги в валенках. Да, валенки непростые, они теперь не только с бортов бронированные, они еще и спереди очень хорошо защищены. И, грубо говоря, из уязвимых зон у танка осталась малюпусенькая командирская башенка. На башне спереди, если на нее смотреть, она находится справа. Она малюсенькая, в нее тяжело попасть, и у нее 140 мм. Она еще и не самая тонкая. Конечно, 140 это в принципе на 10 уровне ничто, но фугасом, по крайней мере, не пробьется. В НЛД у нас теперь все не так уж просто. Добавили два каких-то квадратика. Видимо, взяли кору с березы, гвоздями прибили, и получилось так, что в этих квадратиках у нас броня 230-240, а вокруг квадратиков броня у нас примерно 210. Если вы будете снизу вверх стрелять, буквально из-под днища, то там будет 200 мм. Если ровно перед танком стоять, то 210. А если танк будет задирать свою жопу, то будет еще больше. А вот в ЛД... там все в районе 240-250, то есть даже обычными снарядами все будет плохо. То есть на 10 уровне обычными снарядами плохо будет пробиваться, а если еще и ромбик поставить, то там будут все 280 и только голдой будет пробиваться. А ромбик поставить ну крайне легко, тем более когда у нас в борту при ромбе броня от 300 до 500. Ну и во лбу башни у нас тоже все там хорошо. Есть места малюпусенькие, где 300 мм, ну а все остальное там очень большие цифры. В лоб башни пробить практически нереально. Когда-нибудь кому-нибудь залетит, там слева возле маски есть малюсенький пиксель 300 мм, голдой когда-то кто-то туда получит. Но это чистое везение будет. Также большой калибр когда-нибудь пробьет нас в крышу башни, но в нее тяжело попасть, и есть маленький лючок. В целом этот танк практически некуда пробивать, и даже бывают случаи, когда жопой к врагу стоишь, ставишь ромб, и он не пробивает. В корме у нас тоже не все так просто, там многослойность и многоэтажность. В НЛД кормы у нас существует 130 мм, и посередине еще квадратик 155 мм. Чуть выше у нас 112 мм, потом идет планочка 50 мм и сверху 140. Если кормой рамбовать, то в НЛД у нас получается от 156 до 193 мм. То есть иногда даже жопой можно что-то рамбануть. Конечно, верхняя часть кормы у нас 130, там 160 мм, это не сильно много. Даже в затылке башни в нижней части 350 мм, посередине 180 и сверху 280. Даже в затылке башни нужно что-то выцеливать. Этот танк обложили броней с ног до головы. В ровном борту у нас между гусеницами 160, через гусеницу 200 и в верхней части борта 177. Если вы на восьмерке выйдете ИСу 4 в ровный борт и будете стрелять ББшками, вы можете не пробить. Хотя казалось бы, что тут не пробивать, он просто не рамбует ничего, просто вот ровный бортик. Нифига. Если слегонца довернуть борт, уже будет 230 мм. Также по крыше башни Яга, Е100 и Бабахи могут нас черкачом пробить ББшками, поскольку у них будет позволять калибр. Остальные ПТшки не будут черкачом пробивать. Хотя картошка ВБРная, в коллижен модельке я это проверил, вроде написано рикошет. Но если вас пробьют в крышу башни, все вопросы к картошкиному ВБРу. Также еще и ИСу-4 переделали пушку. Именно так, как я люблю. Стабилизированная, четкая, точная пушка, которая не раздражает, ты просто с нее стреляешь и часто попадаешь. Все. Пробития достаточно. Скорострельность вроде нормальная, я не жалуюсь.
Единственное, что мне показалось, снарядов маловато. Довольно-таки быстро они заканчиваются, и распределить снаряды таким образом, чтобы сыграть бой на ББшках, либо на голде, не получится. Ты либо больше делаешь упор на ББшки, либо на голду, и все. В целом танк чувствуется очень сильным и направлен на танкование. У него классное, прикольное, стабилизированное, приятное орудие. Все, как я люблю. В целом, я прям рекомендую. Попробуйте на нем поиграть. Особенно, если он стоит у вас в ангаре и вы про него забыли. Танк нереально кайфовый. Единственная проблема в том, что на 10 уровне и находится в игре World of Tanks. На десятках играть не хочется. Да и в картошку, в принципе, на Новый год тоже не особо охота. Но танк годный. И непонятно, зачем люди потели на ГК за чифтейнов и отдавали десятки тысяч бонов, чтобы получить чифа, если вот тебе советский из 4, очень крутой и сильный. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Thank you.